Здравствуйте, меня зовут Горюшкина Наталья. Я приглашаю всех, кто любит искусство Китая, китайскую природу, его красоты, на мой новый курс, который называется достаточно интригующе «Озеро Панд». Мы с вами познакомимся с творчеством известного китайского художника Цю Сяоцюя и скопируем несколько его работ, на которых, естественно, изображены панды. Вы узнаете много интересного о техниках заливки в мокром пейзаже и нарисуете много прекрасных работ. До встречи на курсе!